В Дагестане завершился международный межрелигиозный молодежный форум. Он собрал около 100 представителей трех основных религиозных конфессий страны – иудаизма, православия, ислама. Участвовали молодые люди из разных регионов России и зарубежья. Форумчане в течение 7 дней знакомились с культурой и традициями других конфессий. Для них были организованы тренинги, дискуссионные площадки, соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры. Форум проходил на берегу Каспийского моря в Карабудахкенском районе. Уважаемые участники, я вас поздравляю с успешным завершением данного форума. Этот форум, он был направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание нашей молодежи. Этот форум поспособствовал укреплению межнационального и межконфессиональных отношений. И я думаю, те знания, тот багаж, который вы приобрели, вы будете использовать только для блага нашего общества. В церемонии закрытия приняли участие представители власти, духовенства и общественности. Для гостей и участников форума звучали стихи и нашиды. Им демонстрировали социальные ролики, а организаторов и активистов наградили благодарственными грамотами. Стоит отметить, что в рамках форума для участников также была организована экскурсионная программа с посещением культовых зданий различных конфессий, Махачкалинского исторического парка «Россия. Моя история» и музейных комплексов в Древнем Дербенте.